Борьба с вредителями всегда нас беспокоит и тревожит. Как, чем? Вот есть эффективный способ. Я им пользовалась уже в том году, опрыскивала свои розочки. Вот обычная кока-кола. Наливаем в опрыскиватель с добавлением мыла. Чуть-чуть мыла вот у меня там, чтобы эта кока-кола хорошо прилипла как бы на наши листочки, которые повреждены всякими насекомыми вредными, вредители. Наливаем, закрываем и идем в теплицу, где у нас они есть. Вот заходим в теплицу. Вот мне не нравятся вот эти вот листики. Вот здесь вот эти листики. Не знаю, что тут на них есть. Вроде бы ничего, но какие-то все равно пятнышки темно-темно черные. Либо... В общем, для профилактики мы все это обшикаем. Вот тут даже листик дырявый. Как бы прозрачные, есть там какие-то прожилки, что кто-то с них сосет сок. Вот так прям возьмем поменьше, наверное, раз. Вот так вот. И прямо в том году я делала на розочках, и мне очень понравился этот способ. В этом году вот я хочу попробовать на огурцах. Они напиваются, эти вредители. Может, даже тут и клещик. Вот. Напьются этого сладкого зелья и помрут. Вот так вот. Молоденькие эти. Все. На арбузиках. Тут арбузик рядышком стоит. Вот просто... Ну, тут еще какая рассада у нас есть. Тут еще вот есть огурчики. Ну вот, пробуйте, экспериментируйте. Много способов борьбы с вредными насекомыми. Ну вот, кока-кола — прекрасное средство защитить наши растения. Если вам понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди лето, будет много интересного. Пока-пока.